Ну что, ребята, с почином меня. Первая монета. Пошел, до машины дошел. За камерой. Монетка вот она, уже на солнышке просохла. Вот так вот. А с другой стороны вот так вот. Крупная, ну как крупная. Зачетная двушечка. 24-й год. 24-й. Вот. Причем на фундаменте. Вот фундамент, он верховые, видно, собрали. Вот порядок домов. Между прочим, в том году мы здесь копали, такого безобразия не было. Мы здесь пару раз были, но до суда мы не доходили. Кто-то тут после нас еще. Я пробежался по ним, верховых нету. Вот, и разворотили как-то непонятно вообще. Шурфить обязательно там надо. Вот такая, ребят, с почином. Сегодня у меня двушка 24-го. Мы пока с веселым приехали. Сейчас и остальная делегация приедет. Вот, так что зачетная двушечка. Класс? Конечно же класс. Продолжаем. Ребята, в этой вот этой вот ямке был сигнал. Сначала выкопал вот такую вот шнягу. Переворачиваю. А это у нас царская трешка была. Прозваниваю эту же ямку. Вот так. Вот слепочек остался, ребят. Вот он, слепок. И выпала трешка советская. 50-й год. Вот. Вот пока как-то вот так вот. Зачетно. Почти 2,5 монеты. Пойдет. Засыпка хорошая. Надо здесь походить. Вокруг этого фундамента. Верховый. Пособирать. Итак, ребята, вот ямку присыпал. Макс не даст собрать двушка. Советская, 40-й год. И вот еще одна монетка. Что-то. Это двушка. Сейчас я на 25-й. Да, не, она убитая, надеюсь, не 25-й. Да, 24-й год, двушечка. Викинг. Так вот. Ладно, с фундаментом, ребят, по фундаменту. Ну что, ребят, заложили шурф. Находки, в принципе, несколько было штук. Но хочется вам показать вот это. Крупное, крупное хочется вам показать. Ветерок. Вот так, вот, я так, что это? Не знаю, что-то крупное, медное. Непонятно, оттирать надо. Да, ну. Как будто пятак. Ну, по размеру, как минимум, пятак, если что-то. А, да, да, герб видно. Это пятак 24-го года. Вот, у веселого также здесь была маниста большая, такая интересная. И советик. Щитовичок. 15 копеек. Ну вот, ребят, смотрите, три находки. Я... 10 копков. Да, с 10 копков. Вот, смотрите. Вот такой объем. Я веселому говорю, типа того, Макс, нужно вот эти два и по ту сторону три фундамента. То есть на сегодня нам работы хватит. И вот смотрите, да, как бы результат уже пошел. Зачетно, зачетно. Вон я даже это самое веселому пивко принес. Спасибо, спасибо. Он, смотрите, в очках. Солнышко, никакие облака. Он вчера сильно болел. Ясно, ладно, хорошо. Вот зачет, зачет. С почином. Ребят, ветер дует. Я копнул несколько штыков. А у веселого опять, смотрите, какая шайба. Твою дивизию, смотрите, какой крупняк. Блин, ну она затертая. Затертый в хлам. Ну, он для сравнения пятак положит, а то скажет опять. Он, по-моему, игровой даже какой-то. Сколько сравнений? Ну, побольше. Пятак 24-го. А вот, смотрите, шайба. Ну, она убитая, вообще в хлам. Но все равно приятно. Вообще хлам. Вот это зашурфился, блин. Закрывай глаза. Ну что, ребят, кинулись мы на один фундамент. На веселого, блядь, кинулись. Мы как бы в основном так и делаем. Если фундамент начинает давать... Мы как бы на него. И вот у меня монета. Царская. Двушка. Веселый.
Царская двушка, 1898 год. Пойдет. Хорош сахан, бодрый. Хорош, хорош. Причем на пол штыка получается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Иван Куш там что-то запад... Какой сигнал-то хороший дает. Давайте в онлайн. Ты что там? Где-то здесь прям сверху. На веселый камень. Сериал, подожди. Как это? Вон здесь. Бежи. Так будешь за мной. Давай, пинем. Ага. Не. А, жбонь, ешь твою налево. Нет. Жбонь. Нет, нет, не он. Он. Нет. Да он. Нет. Нет. Ага. Глубоко где-то. У меня пленка кончается. Глубоко. Ладно, хрен с ним. Ладно, хрен с ним. Итак, ребят, Рустик работает как трактор. Вот, но у него что-то прибор, мозг ключит. И вот к нему на помощь пришла Аська. И можно Рустика поздравить с первой царской монетой. Первый сигнал, первый царь. Вообще зачетный. 1894 год. Сохран хороший. Хороший. Орел немного дотертый. Но сохран бодрый. Че, раз поздравляю тебя с первым с подчином в этом сезоне, да? Погнали. Ну, Русь. Ребят, по названию основа Рустика. И вот знаете, монета с начала образования это деревня. Деревня образовалась 1854 года. И вот монета 1850 какого-то. Одна копейка Александра II. Вот, так что это одна из самых древних монет на этой деревне. Рус, поздравляю. Вот, и одновременно у Веселого тоже. Но это совет. Это двадцатка. Щитовичок, надеюсь, 34-й. Сейчас мы натрем. 33-й. 33-й. Поздравляю. Хорошая монета. Очень. Мне нравятся почему-то щитовики. Не знаю чем, но очень красивые. Их выпускали всего 4 года. И вот тем самым они, может быть, мне и нравятся. То, что они нечастые, чем рамочники. Ладно. Почин, да? Ребят, шурф продолжается. Ветер сильный. У меня двадцатка выпала советская. Именно рамочник. И это радует. Нет, щитовичок, да, щитовичок. Какой-то 30 какой-то год. Что у тебя там? Веселый. А, трубка. Вот, так что... До этого у меня было еще 4 монеты советские, двушка и копейки, ранние, поздние копеечки. Вот, так что я считаю зачетный фундамент, практически все на 2 штыка. 28. Да. Ну что, ребят, пришло время, наверное, идти за стол. Я пацанам говорю, что-нибудь крупное выпадет. Но у меня не крупное. Оно дорогое, ребята. Я имею в виду из металла. Это не медь, а серебро. 10 копеек. 28-й год. И вон, походу, наши комрады. Серега Илюха едет. Или нет? Ошибаюсь? Да, это Дастер, по-моему. Сейчас пацаны приедут. Илюха! Здесь, в углу. Серега там, в углу. Всем привет, огромный. Ну, Серег, здорово. Мы уже здоровались, ёпты, ты чё, блядь? Когда же мы здоровались? Ну, ёпты. Я не помню. Да. Вот, и у Сереги, Серега распечатался царским серебро. С царским? Поход на царский, да? Да ладно, какой царский? Похож. Дайте рану. Да нет, это совет. 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 Пока Серега трёт, хочу показать свои. До этого я поднял пятачок. Смотрите, какой сохран. А, ну нет, совет. 56-й год. Вообще зачетный. И следом, прям в одной ямке, я же говорю, что это совет. Вот, 20 копеек, Серега распечатался. Зачетно. Серебром. Первая находка серебро. Вот, и у меня еще одна двадцатка. Надеюсь. 44-й год, ребята.
44-й год. Ну, нормально, пойдет, пойдет. Фундамент дает монетки. Зачетно. Ребят, фундамент на два штыка. То есть мы как бы здесь покопаем и здесь сразу же засыпаем. У Сереги сигналит, у Рустика сигналит. И в прямом эфире хочу заснять. Рус, давай прозванивай. Да ну, нафиг, выкини его сразу. Сразу прозванивай давай. Вот, прозванивай, сейчас посмотрим. Это, как говорится, пленка денег стоит. Вот здесь вот что-то. Ну-ка. Продолжает. О, взял, взял. Ух ты! Ух ты, за это можно, пацаны, пойти и это. Треха. Да, царская трешка. Но она затертая. Да какая разница, треха. Крупная треха, ну да, все, ребят. 1879 год. Ребята, а образование этой деревни 1856 год. Представляете? 79-й год. Зачетно. Крупная медная монета. Поздравляю, Русика. Погнали дальше. Ребята, я думал монета, но когда колодка появилась, тихо. Это вообще огонь. А, фу, Сталин. Ну ладно, Сталин. Сталин, Сталин. Носороги. Я позвал на свой шкур. Ребята, смотрите, какая. А? Поздравляю. Ай-яй-яй. Да ладно, огонь. Бля, он мне жук укусил. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Да, ребята, у нас уже на дворе темно. С находками туговато, тот фундамент забили, закончили. И ходим, ищем новый. И у нас копейка 1899 вроде, да, 99 год. Ну, в принципе, неплохой такой бодрый сохранчик, да? Хороший, хороший сохран. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Какой-то 1700 какой-то год. Кусок говна какого-то. Да. Ну что, ребят, ночной шурф у нас продолжается. Смотрите, какая вкусная. Смотрите, какой пятачок, а. 5 копеек, 26-й год. Вообще хороший, бодрый. Даже нигде. А, ну вот болячка, да? Читарик. Чуть-чуть. Вот так вообще хорош, хорош, хорош. Ладно. Будем продолжать разрабатывать новый фундамент. Итак, ребята, на этом наш сегодняшний коп заканчивается. Завтра будет продолжение, надеюсь. Откопали, в принципе, сегодня неплохо. У меня в порядке 20 с лишним монет оказалось. Царские, советские, серебро, все это имеется. Пацаны тоже отличились нормально. Посидели около костра, попили чаек, кофеек. И вот сейчас вот решили укладываться. Время у нас в первый час, пол первого. Вот, и пора в люлю. Все упаковались по мешкам. Ну и все, ребята. Спать, спать, спать.